сегодня мы будем показывать вот такие вот фокусы. Всем привет! Сегодня у нас Ксюшины любимые шопкинсы. И с чем ты любишь играться? Со шкафом. Давай покажем, что за шкаф у тебя. Вот у меня вот такой вот шкаф. Тут есть делать стенки. Эти стенки можно крутить и совать, как будто такой полик. А вот тут вот еще есть нарисована вот такая вот диаграмма шопкинсов. И вот как будто вот такая вот флажки нарисованы, лучки сделаны, шкафчики как будто такие, и шумки вот такие вот прялочки. Вот, какой шкафчик красивый. Вот. С зеркалом прям, с настоящим, да? И еще есть вот такой вот... Полочка. Полочка, да. Еще полочка вот. Крутится. Да, ты, да. Ой, как красиво. Тут есть вот такой вот золотой винтик. Сверху, да? Да, вот. Угу. Вот. И еще полка, два еще одна шкафа. Вот, смотрите, у меня вот такой вот шкафчик, такой вот рисунок, ручка тоже, конечно же, вставляется и открывается вот так вот. Ящичек выдвижной в шкафу. Стульчик. Это можно вот так вот ставить, вот так. И кого-то посадить туда. Да. Начинаем с шопкинсов. Вот, вот эти вешалки, в эти вешалки ставятся шопкинсы. Вот этот вот, это шопкинс тортик. Тортик? Да, вот оно. И оно крепится на эту полочку. Ой. Вот так вот. И висят они там, подвинем. Да? Вот, да. И, а на одну повесить вот такую футболочку праздничную. Платится, мне да, кажется. Платится. Давай. Платится такая красивая. Да. И тоже туда вешается, да? Да. Он будет просто сторожить магазин. Может быть, он перед зеркалом сядет? Да. Посмотрит на себя. Только он низкий. И еще одну полочку крепится. Колодец. Ой, убежал колодец. Все. Я изгибаю, что ночь наступит, магазин закроется. Это шкафчик, правильно я понимаю? Да. Это шкафчик-магазин, он волшебный. Да? Да. А вот в эти вот ящички ставят маленькие вот такие вот сапожки. А и что тут есть? Какие-то сапожки маленькие. И в такой микрофон. Что еще в наборе? Микрофон. Его можно. На полочку, на крутящуюся, да? Цветы. Цветы на полочку. Это все в этом наборе, да? Да. Вот так оно крутится. Угу. Крупным планом. Вот это было... В наборе, да, вот этот чемоданчик да, был вот. В наборе? А эти нет. А эти просто мы шопкинсов когда-то покупали отдельно. Да, вот так они на крышу будут сидеть. Угу. И у меня еще вот такой есть чемоданчик. Какой? Вот.
Это складывать туда что-то, да, тоже шоп, и тоже под Шопкинсов, тут вот и написано Шопкинс. Тоже мы какой-то а набор еще когда-то на покупали. На этой двери, кстати, я забыла показать. Такое полотенечко. Полотенце висит, да? Угу. Еще ниже коробки. Они ставятся вниз. Так вот. Какие коробочки красивые. Туда можно что-то складывать. Вот так красивый, очень прикольный шкаф. Всякие мелкие фигурки, играю с ними. Это же продавец, ням-ням только. Ага. Это кошка-продавец, да? Угу. Это у нас из Лего. Да. Угу. Ой, можно мне, пожалуйста? Не можно мне, пожалуйста? Не все хочу, хочу все. Там ням пришел что за покупками? Да. В шкаф? Да. Видите ящичек? Я вот хочу вот этот вот замок. Все это как будто они выкинули, а они больше не нужны. И еще кофточку. И еще на этот ящик хочу пироженка. Я потому что у нас година. Нет, Ваня, мама, в голоде. Кафешек. Хочу глаз куплю пироженку. Нету кафешек у Амняма. Не повезло. Зато тут пирожное целое большое тут. Цветочки. У меня и у Анямка в городе нет цветов. Тоже. Нет цветов. Еще коробочку. Где у вас еще взять коробочки? Да, наверху. Так, вот эту выложим. Вот еще принеси новую печать. А где кофемолка? Ой, мне, пожалуйста, кофемолочку. Хорошо, видим. Там наверху новые чемоданы. Хорошо. Вот. Еще туфелька можно. Еще хвостики хочу. Ой, сколько вы много хотите. Ням, в общем, скупил все, да? Да, у него денег нет вообще, он вол. Да ты что? Сейчас она спросит, есть у вас деньги? Да ты что? А полиция приедет, лобака, опунь. Ну давай. Вот его забьет, посмотрим. А потом эта машина приедет из поселки. А у меня нет денег. Полиция вызвала бойцу. Сейчас приедем. Продавец вызвал полицию, да? Да. Я сказала, там был полиция. А мне вором оказался. Что у вас случилось? У меня вор. Где вор? Кто вор? Что а он воровал? Он все покупки. Поехали его догонять. Вот мы поймали вашего вора, поймали. Поэтому. Посадили его на крышу, да. Чтобы он не смог слезть, да? Угу. Что случилось?
У нас ням на крыше, полиция его подарила. Ой, хорошо. Вот. Залезаем, ням, не бойся. Пускаем. Ой, мне надо стульчик. Включи, ням, высоко. Спасибо вам. Все, мы уехали. Вот такая сегодня у нас пекучая история. Сам нямом. Сам нямом. Из Шопкинс. Да. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал Ам-ням. И всем пока. Увидимся на канале Ксения Тупая. Пока. Пока.